эфире шоу Comedy Woman. А лучше оно, потому что женское. Класс, какое лицо, господи. А, класс. Я твой фанат. Спасибо, Виталий. Да иди уже. Просто супер, не трогай руками лицо. А что, все танцоры уже вышли? Отвали. Я не хочу пить. Я курить хочу, не могу. Пухари! Администратор! О! Пуховик принеси! Пуховик в Варнаве найдите! Быстрей! Сейчас, сейчас. Марина! Мариночка, вставай, стой, подъем. Федя, вставай, там началось. Ой, шоу-мозгован. Фу, рту прям какашки. Алиса, у нас еды много. Есть запас, если что? Ой, да есть, есть. Кушай, кушай, Надь, есть. Ой, Надь, ну ты ж столько не съешь. Это ты столько не съешь. Гудкова не видели, Алис? Ой, ну как всегда в туалете. Гудков! Гудков, срочно на грим! Гудков! Чё? Ноги убери! Вторую давай! Все. Наталья Андреевна, все готовы, ваш выход. Ага, 75! О! Бегу, бегу! Друзья, в современном мире любая девушка может стать звездой интернета. Достаточно знать, как красить брови, снять это на видео, и вот вы уже модная блогерша. Приветики, мои любимые фолловеры. С вами снова я, модный фэшн-блогер Мальдива Бали. Итак, сегодня у нас небольшой праздник. На мой YouTube-канал подписался юбилейный 48-й френд. Итак, любимые френды. В прошлый раз я вас научила, как нужно правильно всасывать щечки, чтобы получить модные сексуальные скулы. Помните? Вот. А сегодня я вас научу, как сделать неразмытый лифтолук, если ты живешь на втором этаже. Наська! Что ты орешь? Я тебе сколько раз говорила, что я не Наська, а Мальдива. Ты, Мальвина, иди за своим котом говно убери. Кто твой базилио навалил ботинки отцу? Сама убери. Ты его завела. Это твой муж. И не мешай мне общаться с моими фолловерами. Знаешь, мне вот вообще по барабану, кто будет говно убирать. Ты или твои хреноверы? Иди убирай, я сейчас провода твои повыдираю нафиг. Чё? Я тогда таблеток наглотаюсь. А вот только попробуй. Нажрёшься 5 таблеток, весь аппетит перебьешь, а я тебе уже борща на кухне налила. Иди жри. Да не хочу я твой борщ. Смотри, там ям. Отец, ты слышал, как она меня последними словами кроет, а? Как шланг сейчас от стиралки как вырву, как огрой по хребтине. Вырастила свою голову. Надо было мне беременной скатиться с лестницы, как просто моей потерять тебя. Я акула! Прошу прощения, френды. Уборщица задела роутер. Сучка, будь наказана. Продолжаем. Я обожаю умные мысли. Поэтому сейчас минутка умных мыслей на личном YouTube-канале Мальдивы Бали. Итак, первая мысль. Если парень тебя обнимает, то это не значит, что он будет тебя любить. А если парень тебя любит, это не значит, что он тебя будет обнимать. Вынеси мусор! Вынеси себе мозг! Вторая мысль. Наська, борщ тынет.
Да какой нахрен борщ? Что ты лезешь сюда? Ушла отсюда! Ты нарушаешь мое личное пространство. Ты сначала с отцом у нас выкупи эту однушку, а потом у тебя будет личное пространство. Ушла отсюда, я сказала. Ты что меня палишь? Я не хочу, чтобы все знали, что я живу с предками. Я Мальдива Бали. Я живу, как хочу. Ты живи, как хочешь. Только нам надоело целыми днями с отцом и с бабкой на кухне сидеть. Дай нормально телевизор посмотреть. Мы задолбали смотреть, как стираются бабкины панталоны. Да не лезь ты ко мне, ты попадаешь в объектив. Вырастила проститутку. Титьку кому-то показываешь, что ли? Нет. Понятно, что нет. Показывать-то нечего. Иди жри борщ, вон какая дресня. У Липатовых вон какая дочка, а? Каждую неделю в грузовом лифте застревает умница. Ты что, больная? В каком ты мире живешь? Я не такая, как все. Я Мальдива Бали. Я учу людей быть модными. Чего ты можешь научить? Тебе 27 лет. Ты не можешь 9 класс закончить. Вон, смотри, что пишет. Мать рулит, дочка отстой. 3 минуты, чтобы на кухне торчала. Дорогие френды. Наська, там твой дебил пришел. Дорогие френды, сегодня, как всегда по пятницам, у нас рубрика «Звезды зажигают на Бали». Сегодня наш гость Дима Билан. Дима, заходи. Куда говорить? Садись, да? Всем привет, я Дима Билан. Это Дима. Я Дима Билан. Дорогие френды, а я вам хочу сказать, что вы можете задавать свои личные вопросы Диме прямо сейчас. Очень лично, я Дима Билан. Да, да, лично. Вот. А свои вопросы вы можете присылать в комменты с хэштегом «Звезды зажигают нижнее подчеркивание». Значит, это нижнее подчеркивание кому-нибудь нужно. И Дима Билану. Колька! Какой Колька? Я Дима Билан. Ой, извините. Дима, там ваша мама звонила. Ваш папа Валера Билан нажрался в какашку и валяется на первом этаже. Просила на пятый затащить. Дорогие френды, а у Димы срочный-срочный концерт. Поэтому он побежал, и я побежала. Люблю вас, дико люблю вас, френды. Пока-пока. Всем желтый смайл, чики. Пришло время настоящей женщины, которая видела секс своими глазами. Ставьте свои банки перед экранами. Это заговор высшей категории от Ларисы Кверти. Ой, мой котеночек любимый, я тоже тебя очень люблю. Ой, ты моя мимимишечка, бусинка моя, букошечка любименькая. Клади трубку. Нет, ты первый. О, я тебя люблю, люблю, люблюшечки моишечки, солнышко мое, скучаю, скучаю. Мне сейчас тошнит, а? Ой, ты моя мимимишечка, бусинка моя, букошечка любименькая. Подержишь волосы? Чего? Гудок, ты опять там, да? Да сейчас! Давай, сойди, открою. Блин, еще тебе минут ждать. Скотина, что он опять там делает? Блин, где он там? Чего? Я сказал, занята. Ты так и знала, сволочь! Опять ты здесь уже... Иди! Освежитель уже вынюхал, блин! А на голову хрена, вали отсюда! Это на нас там вкуснее был! Вали отсюда, сказала! А это что? Не знаю, залетела, наверное. Че? Ой, иди, боже! Давай. Наталья Андреевна, а? На сцену. А, да, сейчас. Дорубишь, да, вот? Все, беру. Наверняка каждый из вас помнит свою школьную любовь. Вот я помню, когда в меня в 10 классе влюбился третьеклассник. Вот, я, конечно, так эмоционировала, но потом его бросила, а он так расстроился и забыл даже на нервной почве сменку в раздевалке. Ну, потому что любил. Потому что школьная любовь, она самая эмоциональная.
Что, колготки порвались? Прыщ. Он меня бросил! Я все убью! Нет, я его убью! Нет! Я буду убивать всех, кто на него посмотрит! Блин, а если я на него сама первая посмотрю? Убей меня, потому что я уже больше не могу. Чего ты так убиваешься? Он бросил меня по WhatsApp. И что? То есть даже не по СМС. Значит, ему это вообще ничего не стоило. Слушай, ну вспомни, как ты убивалась под Джастином Тимберлейком. Он тебе вообще ни разу не написал. Как? А песня «Cry Me a River»? Это же о нас! Один в один! Дочка, тебя обязательно еще кто-нибудь полюбит? А мне не нужен никто! Мне нужен только он! Я ради него даже школу бросила! Чего? Да, я отпросила 6 урока типа в туалет, а сама с ним пошла гулять. Танцевали с ним под дождем, и я поняла, что я обожаю хип-хап! Дочка, ну успокойся. Отстань, я тебя ненавижу! Друзья, а я-то тут при чем? Зачем ты меня родила в мир, где есть он? Знаешь что, он младше тебя на полгода, так что я не виновата. Виновата! Воспитала меня как приличную. Я теперь единственная на природоведении девственницей сижу. Дочка, у тебя еще таких, как он, будет миллион. А мне не нужен миллион, мне нужен Влад! Знаешь, вот я сейчас тоже вспоминаю, как фанатела с Влада Сташевского. И знаешь, сейчас стыдно за те времена. Мама, вы-то что подорвались? Так слышу, внученька моя убивается. Ты мне слуховой потише сделай, а? Внученька, ты это, сильно не убивайся. У меня с твоим дедом то же самое было. Ага, он меня, значит, обрюхатил. Пошел в магазин за сигаретами, и больше я его не видела. Ага. Ну что, ты кого-нибудь себе нашла? Ой, да кого я себе найду, порченая? Просто смирилась. Я ж до сих пор его одного люблю. Ночами напролет. В подушку плачу. Ага. Я навсегда останусь одна! Он мне языком в рот лазил. Так может, он тебе там пыль протирал, а? Мама, вы не видите, что вы вообще не помогаете? Да, ну ладно, я тогда пойду во дворе, посижу, посчитаю, кого сегодня больше, наркоманов или проституток. Отец, поговори с дочерью. А я-то что? В смысле, а ты типа ни при чем, что ли? В кои-то веки. В первый раз. Хорошо. Ты есть хочешь? На этой неделе. Короче, дочка, ну что ты? Ну, что ты? Ну, реально. Ну, что ты реально? Ну... Что ты устроила-то, я не понял, ну. Что ты, любовь такая штука, знаешь, она как бы, знаешь, не всем. Вот мы с твоей матерью живем вроде, да, и живем. Может, и встретим кого, полюбим, понимаешь? Ты сейчас насоветуешь. Сейчас насоветуешь, придурочный. Тебя вообще интересует что-нибудь, кроме твоей газеты? Ой, Лидочка, слава богу, ты пришла. Может, ты с ней поговоришь, а? Поговорю, конечно. Кирочка, Кирочка. Все, а теперь Влад мой. Он меня заинстаграмил, выложил и отлайкал. Это любовь до гроба поняла, чтобы я тебя больше с ним рядом не видела. Он тебя тоже бросит. Нет, я не буду тупить, как ты, и сразу от него залечу. Да ты не знаешь, как это делать, чтобы биологию прогуливала. А я погуглю. Я теперь в школе надо мной будут смеяться. Ну кто будет над тобой смеяться, когда у тебя отец школьный охранник, а?
быть хуже. Мне нужно выпить. Это с чего это вдруг? Ну, тетя Галя же бухала, когда ее муж бросил. Нет, доченька, ты перепутала. Тетю Галю бросил муж, потому что она бухала. Блин, я теперь навсегда останусь одна. Да лучше одна, чем с таким дебилом. Как ты знаешь, что он дебил? Да потому что я в детстве тоже встречалась с таким, и меня только никто не предупредил и не остановил. Я даже из этого придурка замуж вышла. И тоже думала, что больше такого не встречу. А сейчас каждый раз захожу в спальню и молюсь, чтобы он в туалете был. И думала, что жить мы будем долго и счастливо, оказалось, что просто долго. И думала, что это любовь настоящая, оказалось, это просто щитовидка пошаливала. Куда ты попёрся, когда я ору про тебя? Пойду в туалете посижу, пока у тебя щитовидка не успокоится. Что, неужели у вас в школе больше нету других мальчиков? Ну, вообще-то есть. Дэн из 10-го. Точно, замучусь с ним. Да, стану годкой, буду слушать тяжелый рок Макса Коржа. И посидею, как Собянин. Спасибо, мамуль. Но самое мерзкое, что это лучшие годы в ее жизни. Ой, капец. Блин, я на репетиции этот номер гораздо лучше делала. Слушай, Надя, ты успокойся, на репетиции лучше не было. Как делала, так и получилось, поняла? Олег, ну скажи, ну блин, может, сцена это не мое? Слышишь, ты меня достала. Сцена это не твое. Все, окей, все. Подожди, а что тогда мое, Олег? Слышь, Надя, ты реально, ты знаешь, кто ты? Ну, Олег, ну не уходи. Ну не оставляй меня без ответа! Ответь, Олег! Достали меня эти бабы, реально, а! Что такое, они повсюду здесь? Повсюду! Причем это у меня дома тоже жена и две дочки. Тоже три бабы, и здесь 10 человек. Невозможно просто вообще. С ними не выпить, не подраться, ни футбол не обсудить, вообще ничего. Не, ну есть здесь, конечно, мужики, но... Че это? Олежка, тебе на грим пора. Поход мужчины к сексопатологу – это ущемление его мужского достоинства. Но бывает, что достоинство настолько ущемлено, что без похода к врачу не обойтись. Здрасте. Здравствуйте. Можно? Проходите, конечно. Я просто думал, что врач мужчина будет. А вам что, нравится показывать своего хозяйства мужчинам? Что вы, нет, просто, ну, знаете, как бы, ну, мужчине, показать, как бы там... Ой, да ну расслабьтесь, умоляю. Я за 20 лет такого насмотрела, что, поверьте, вы меня ничем не огорошите. Проходите, проходите. Раздевайтесь. Угу. Снимайте все, снимайте. Ритузы тоже снимайте. Господи, вы что, шорты пододели под ритузы? Шорты снимайте тоже, да, снимайте. Это лосины. Лосины снимайте. Так, о, господи, вы что, еще и шорты под лосины пододели? Снимайте шорты, трусы снимайте. Вы еще две пары трусов надели и еще... Снимайте, все снимайте. Одевайтесь. Господи, как же я со словом огорошить-то угадала. Ну, что скажете, доктор?
Ну, скажу, что это тема для моей новой докторской. Да? А это хорошо или плохо что-то? Ну, давайте так. У меня для вас три хорошие новости. И одна плохая. Фух, я прям выдохнул. Три хороших, ну успокоили, ну давайте. Что? Ну, с хорошей хуже у вас уже ничего не будет. Это точно хорошая новость? Ну, поверьте, я сейчас максимум позитива выжимаю из ситуации. Так. А вторая хорошая новость? Ну, вторая, вы можете спокойно защелкивать молнию. Так, спокойно, не глядя, прям. Ну, закрытыми глазами, туда-сюда, спокойно. А третья? Третья, вы войдете в учебники по медицине. Я думаю, что даже под вас какую-то науку новую откроют. К чему вы клоните вообще? Так, плохую новость давайте. Ну, как бы вам так сказать? Ну, даже не знаю. Говорите, как говорите, вы же врач. Ну, перегорел фитилек. Так, секунду, в смысле? Ну, зверек больше не оживет. Я не понял. Ну, по ночам вы можете спокойно высыпаться. Понятнее, говорите, пожалуйста. Ну вот компас всегда на юг показывает, ну... Вы можете нормально объяснить? Ну, как бы... Ну, понимаете, тупо декоративная функция. Ну вот, представляете, часы на стены? Ну, гирьки работают, а кукушка сдохла. То есть вы хотите сказать... Паховая гипотермия. Как ваша фамилия? Стыков. Такая ирония судьбы. Вы зачем так тепло одеваетесь? Ну, вы бы еще туда кипятильник засунули. Ну, понимаете, я с мамой живу. Она говорит, чтобы я бы не простыл, одевает там. Ну. Послушайте, у вас есть братья, сыновья? Нет. Ну вот передайте маме, что на вас закончился род Стояковых. Я не понял. Это... Неужели ничего нельзя сделать вообще? Ну, что тут сделаешь? Ну, вот вам знакомо? Ну, вот вы представляете, что такое аномалия? Да. Да? Вот. Ну, вот если бы у вас там в три раза больше было, это слово было бы уместно. Кошмар. Доктор, ну, я не знаю, ну вы же врач, ну помогите, ну... Чем я могу помочь? Я впервые с таким сталкиваюсь, чтобы так просто тупо отсох, ну... Как отсох? Ну вы чего? Мы в 21 веке живем, таблетки давайте, ну, мазь какую-нибудь. Что? Нечего мазать, ну. Вы знаете, я по натуре вот, я оптимист. От нас зависит, стакан наполовину полон, либо пустой. Понимаете, пустой вообще стакан. Нет стакана, ну. Вы все преувеличиваете. Ну, вообще неуместное слово в вашей ситуации. Я правда такого не видела. Ну, вот на Марсе пустынный пейзаж, понимаете? Ну, для полной картинки еще перекати поля не хватает. Все, Наталья Андреевна, давайте не будем больше этот номер играть, пожалуйста. Ну, правда, я клянусь, я больше не буду. Ну. Что ты не будешь? Не буду. Что не будешь? Друзья, ну... Я клянусь, ну случайно сейчас я померил Наташин... Нарочно померил Наташин лифчик. Она этот номер написала, понимаете? Там одни унижения вообще. Ты себя и меня позоришь, понимаешь? Почему я себя не позорю? Я врач, у меня взятки гладкие. Продолжаем номер. Натусь, там 12 листов унижений, понимаешь? Там и какой-то писк комара, там еще и молекула, полэлектрона, понимаешь? Сердца у тебя нет, понимаешь? У меня сердца нет, а у тебя знаешь чего нет? Все, хватит! Вообще сердца у тебя нет! Понимаешь, что ты говоришь? Браво! Позорник! Лучше синицы в руках, Саш. Гудок, но с другой стороны ты будешь, ну, хорошо танцевать. А? Иди ты. Иди отсюда. Танцевать.
друзья, я просто, я не знаю, но я хочу просто сказать. У меня там все в порядке, окей? Это номер такой юмористический, они женщины-юмористки. Понимаете? У меня там все в порядке, понимаете? Теперь на всю Россию. Вообще. Так, еще. Хочу попросить прощения у своей девушки. Девушка. Прости меня. А что за номер? В сауне? А что я не участвую? Странно. Ничего странного. Мы же богини. Вась! Посмотри, я точно не должна для этого номера переодеваться? Нет. В этом номере тебя нет. А вот в следующем есть съем проститутки. Варна, выйди, переодевайся. Дурак такой. Отойди! Это возмутительно! Это возмутительно! Истинная, настоящая богиня не участвует в номере про богинь! Да как так-то? Я же разноплановая! Я поняла. Я поняла все. Бог не гаврошка видит немножко. Они меня просто боятся. Я их сейчас обману. Я пойду переоденусь на номер проститутка и сыграю проститутку как богиня. Потому что я богиня! Я богиня! Ненавижу вас всех! Чего ты там стоишь, Андреевна, и слушаешь? Качка тебе купила, который тебя за попу трогает, за бабки! Наталья Андреевна! Сделай что-нибудь, на сцену. Начальница фигова! Сейчас. Сереж, да слушай, потом мне расскажешь. Всем известны 9 муз Древней Греции, которые вдохновляли людей искусства и науки. Но, согласитесь, любая сфера человека нуждается во вдохновении. Поэтому нам кажется, что муз было гораздо больше. Вот-вот. После этого он кентавру сзади больше не подходит. Ужас! А тут вообще недавно шоу было. Афродита валялась на берегу в припадке. Эти как увидели, как заорут: смотрите, смотрите, красавица из пены морской. Я говорю: алло, какая пена морская, колотит ее, ложку несите. Ну не дебила. Ой, так сложно быть богиней, это капец. Ой, вам особенно. А еще я недавно слышала, что в статуе Аполлона многое преувеличено. Да куда уж меньше-то, и так еле нашла. А листочек себе всегда самый большой выбирает. Виноградный. Хотя там клевера с головой бы хватило. Да тихо ты. Дай спокойно божественную арфу послушать. А ты давай нормальную музыку играй. Я первый раз эту гусли в руках держу. Скорее бы муза музыки вышла из декретного. А еще я недавно слышала, что Посейдон съел несвежих маслин. И бог не бог, а несло как человека. И у вас тут торфяники, да, горят? Кошмар вообще. А вы кто, богиня пожарной безопасности? Я нет. Но от вашего лица план эвакуации я бы повесила на каждом углу. Так, скажите, здесь афинская муза общежития, нет? Здесь, но вы знаете, для вас места нет. Все кровати уже заняты. Я в курсе, я как раз по этому поводу. Поступили жалобы, что развелось уж слишком много муз, богинь всяких там. Люди не знают, кому молиться. Слава Зевсу! К власти пришли новые люди. Они сейчас наведут реструктуризацию вот этой всей богадельни вашей. Это возмутительно, вы не правы. А вы, простите, как вас зовут? Разрешите представиться, муза соцобеспечения Волокита. Я вас не припомню. Вы в какой партии? Союз правых жриц, СПЖРИ. Оппозиция. Я вам что хочу сказать. На вас тратятся колоссальные средства. Денег на строительство не хватает. Понимаете, вместо капитальной стены мы вынуждены строить просто колонны. Все храмы продуваются.
Богиня цистита работает днем и ночью. Вот у меня по списку, давайте мы пробежимся, 42 человека, да? Где остальные? Где муза зоны бикини? Здрасте. Нашли, что вспомнить, ее давно уже не видно. Все понятно. Так, где муза ПМС? Не ваше дело! А, то есть это вы, да? Какая разница? Ну, вот вас мы первые сократим, потому что нам и без ПМС есть на что покричать. Оставьте меня, пожалуйста. Я буду просто не выдавать. А мать моя что будет делать? Так, давайте вон с Олимпа. А вы знаете, женщина, а давайте я вам помогу. К тому же в этом гадюшнике уже давно пора провести чистку. Вот это без белья ходит. Ага. А вон там он раньше мужиком была. А вот это написала Зевс Пердевс. А я потом Пердевс лично на молодец исправила. А вы вообще кто? Я? Муза скандалов. Гнида Игейская. Так, может, мы тогда вас и сократим? Я думаю, что никто не будет против, да, товарищи? А вы не боитесь, что я позвоню кое-кому и расскажу о вас кое-что? А потом, возможно, еще копну поглубже, еще что-нибудь накопаю. Например, то, что ваша мать... Слива! А ведь похоже. Знаете что, гнида? Может быть, вам неизвестно, но я еще богиня неожиданного удара справа и обширных отеков. Так что молитесь, чтобы я к вам не пришла, понятно? Так, вы у нас кто? Отвечаете за ключи от конюшни, нет? Я муза Рыбаков. И как вас зовут? Странно, что меня не знаете. Я же Ундина. Я же Полундра. Я же Сисикачка. Я же Анжелика Абордаж. Ага. Вот почему у меня 4 человека на одной койке записаны. Слушайте, так это же от моряков на вас поступила жалоба. Вот. Уважаемый Посейдон, наша муза съела весь улов краба и изнасиловала нашего юнгу. Твое личное дело, как доставлять рыбаков. Слива. Слива у тебя между глаз. Слушайте, в конце концов, что за собрание здесь, а? Гнида, муза рыбаков. Здесь есть вообще муза из Википедии? Да, я. Так, подождите, стоп, дайте я угадаю. Муза холестерина? Да, богиня зимних запасов и фритюра? Я муза комедии. Талия. Не, ну, может, вы, конечно, когда-то и были талией. Но сейчас вы скорее жопа. Так, довольно, хватит, все, терпения нет. Давайте музы в руки мы возьмем правление бразды. Этой волоките мы дадим. Очень мне интересно, кто? Кто только что написал заявление по собственному желанию, а? Кто я? Вопрос, конечно, интересный, но на него ответ найти легко. Евтерпа я, поэзия я муза, рифмую я легко, я... Я что-то припоминаю, Евтерпа, да. Довольно вас терпеть, Евтерпа. Скажу я вашими же словами. Давайте, забирайте вы белье, и отсюда вы уё. Давайте. Кто будет отвечать за поэзию? Да хоть кто. Хоть жопа. Жопа, будешь отвечать за поэзию? Будет выкачаться мир. Где логика? Логику мы сократили еще в прошлом году, потому что все наши поступки казались ей глупыми. Вы отправляетесь к ней же. Боже, как жесток наш мир, где ты ничтожной крошкой в пучине суетливых дел под натиском ужасной силы. Вы прекратите смердеть уже, освободите божественное помещение, пожалуйста. Ну вот видите, всех лишних выгнали, да? А что, остались только мы, жопа и волокита, а? Ох, мы еще дел наворотим! Морозова, ты что, с ума сошла? А что, у меня все уже, номера закончились. Ты нормальная, а финальный выход на сцену? Виталик! Ёшкин кот! Мяу, блин! В туалет быстро умываться, косорухая деревня! Быстро! Открывайте туалет! Ну что происходит? Ну там сидит-то! Откройте богиням! Пропустите! Пропустите! Я здесь работаю! Давай быстрее, а! Ай, первое. Так. Ну что? Сдаем работу.
подруга. Вот. Талантливый человек талантлив во всем. А это халтура. У вас изначально грязный палец был. Иди халтурь на сцену. О, а вы что, уже домой, что ли? А ты, по всей видимости, на сцену? Нет, я так пришел. Значит, в этом и похоронят. Нет, надеюсь. Грим поправляй, ослина. Друзья, сейчас во всем мире одни сплошные стрессы, конфликты, ультиматумы, санкции. И, вы знаете, общая геополитическая ситуация в стране очень сказывается на обычных семьях. Давайте посмотрим. Нет, Джессика. Может, хватит диван сторожить? Я любила другого. Кто он? Может, займешься чем-нибудь? Сходи, вон мусор выброси. У двери гора пакетов, такое ощущение, как будто к нам весь подъезд ходит мусор выбрасывать. Слушай, что ты заладил, а? Ты не видишь, я новости смотрю, а? Ну, видишь, опять санкции против нас вводят. Скоро из-за этих санкций уже, я не знаю, в Австралию нельзя будет поехать. Ха, а тебе какая разница? Тебе без санкций в Австралию не судьба была съездить. Тебя твоя зарплата невыездным сделала, Дудкин. И вообще, ты что это в 10 утра уже пиво лакаешь? Я не пойму, ты что, геополитическую ситуацию-то сяки. Я тебе говорю, санкции вводят, ну. Скоро пиво вообще запретят возить. Вот хочу напиться впрок. А я свои санкции ввожу. С сегодняшнего дня ввоз любого пива в нашу квартиру запрещен. Так, кто-то нарывается на санкции в левое ухо, нет? Только попробуй, и мы сразу же позвоним в ООН. Куда ты позвонишь? В Организацию Объединенных Мам. Опа! Тогда я ввожу черный список. И с сегодняшнего дня въезд твоей мамы на территорию нашей квартиры запрещен. Оп! Ага. Тогда мы. Я, утюг и гладильная доска. Так. Начинаем информационную блокаду. С сегодняшнего дня в нашей квартире прекращают свое вещание все спортивные каналы и порноканал. Что думал, я не знаю? Наша разведка работает отлично. Так, ладно. Тогда мы расширяем черный список. И с сегодняшнего дня в него входит твоя сестра, потому что она страшная, как ведро картошки, я не знаю. Так, туда входит ее сын, потому что он все время ковыряется в носу и везде размазывает свои козявки по квартире. И также туда входит ее муж, потому что он приходит постоянно и пьет мое пиво, а своего никогда не приносит. Заметь, все мои санкции обоснованы. Опорный канал вообще не обоснован, понятно? Ага. То есть по самому больному решили ударить, да? По семье. Хорошо, нам придется ответить адекватно. Ударим по вашему самому больному месту. С 1 сентября импорт вас в меня запрещен. Да, но эти санкции больно ударят и по вам тоже, нет? По вам они ударят больнее. Ничего страшного. Найдем новых стратегических партнеров. Как говорится, если не получается на Западе, обратим свои взоры на Восток, а? Это ты про Элю Ким из шестой квартиры? Да хотя бы и про нее. Она очень непостоянный и ненадежный партнер. Про нее даже в подъезде написано, что она ненадежный партнер. А это еще кто? А, сейчас. О, привет, ты вовремя заходи. Угу. О, я смотрю, ты еще раньше позвонила в ООН, да? А то есть матерью ты меня называть не собираешься, да? А вы разве не знаете, да, что с сегодняшнего дня въезд вас на территорию нашей квартиры запрещен? Все. Да что ты говоришь? Да. Тогда давай-ка немедленно верни мне займ в размере 50 тысяч, который я тебе на карту перечислила за зимнюю резину. Понял, лоботряс? Ну что ж, можете разместиться, конечно же, на нашей территории, пожалуйста. Можете даже разместить свою базу на нашем суверенном диване. Вы сегодня... камуфляжной юбки, да? Видимо, ее хотели закамуфлировать. Это мода такая, дебил. Мама. Чего? Не, ну, можно как-то подипломатичнее сказать. В дипломатии нет синонима слова дебил. Так, все, хватит, переговоры и так затянулись. Что вам надо?
Я скажу. Мы хотим, чтобы наши аудиторы были допущены к вашим счетам. Конкретней. Мы считаем, что деньги, которые мы выдаем на образование, вы тратите на оборону. Не понял? У нас есть информация, что деньги, которые мама подарила Сереже на 1 сентября, ты потратил на покупку травмата. А, так это для охраны моего собственного суверенитета. Так, кто там еще? Сынок, это я! А, междугородний наблюдатель приехал. Мамочка, прошу. Здравствуй. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте, вы какими судьбами? Да вот, мимо проходила, думаю, дай-ка зайду. Вы живете в Перми. И чё? Мы теперь мимо не можем проходить, что ли? Да, вот, мать, полюбуйся, загнивающий Запад санкции против меня вводит. Да что? Да. То есть это получается, что я вовремя, так сказать, с гуманитарной помощью. Тут 20 килограмм лука, между прочим, нашего. Так, все, это предел. С сегодняшнего дня я ввожу запрет на ввоз любой сельскохозяйственной продукции в нашу квартиру из Перми. Тем самым мы поддержим местного производителя. Угу. Значит, мы в одностороннем порядке выходим из проекта «Соболиная шуба» и становимся сторонними наблюдателями, а? Так, 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 не пыли, не пыли. Нельзя просто так выйти из проекта «Соболиная шуба». Да, мы его 5 лет разрабатывали. Да, да, согласен, согласен. Тогда предлагаю ложиться на стол переговоров. Может, по старинке в кровать переговоров? Не, кровать переговоров нас уже не интересует. Минимум, на что мы согласны, это ванна с переговорами. Хорошо, ванна так ванна. Все, все, друзья, все выметаемся. Мы разрываем с вами дипломатические отношения. Все на улицу. Друзья, это что, это надолго? Не, минут на 15. Ну, если все пойдет нормально, может быть, и на часок, а? Максимум минуты 3. Чего? Хорошо, можем подписать несколько актов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Мне остается только пригласить на эту сцену всех красоток Comedy Woman. Девочки, бегите на сцену. Ну что ж, друзья, сегодня вас радует.